9 мая – великий праздник со слезами на глазах. Буквально через 2 недели вся страна готовится с размахом отметить 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Только в нашем регионе с 8 по 12 мая пройдет более 2000 мероприятий на уличных площадках, в детских садах, школах, учреждениях культуры. Главным событием праздника станут 2 акции – Всероссийский бессмертный полк и новая областная – песни бессмертного полка. Организационный вопрос решали накануне в Доме правительства на заседании Организационного комитета. Наш региональный штаб, Ульяновский региональный штаб, поддержал проект, с которым выступало Ульяновское региональное отделение общества знания и Ульяновский государственный университет. Он называется «Песня бессмертного полка». Есть идея, чтобы все-таки вот погрузить всех в хорошую атмосферу военных лет, чтобы люди пели. Главе региона доложили о ходе подготовки Парада Победы, состоянии праздничного оформления и памятников во всех муниципалитетах, социальной поддержке ветеранов и членов их семей, а также о повышении доступности и качества медицинского обслуживания воинов-победителей. Особое внимание при работе выездных бригад уделяется маломобильным пациентам. Ежегодно проводится диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны перед празднованием праздника 9 мая. На диспансерном учете на сегодняшний день в медицинских организациях состоит 742 ветерана Великой Отечественной войны. Однако, несмотря на все красивые доклады, глава региона раскритиковал работу муниципальных и областных чиновников. Губернатор не устроил недостаточную информированность населения о готовящихся праздничных мероприятиях. Также Сергей Морозов высказался о плохой работе движения «Юнармия» в части патриотического воспитания молодежи. Я не верю, что там дети не хотят быть вовлечены в эти огромные, интересные, яркие, несомненно, очень полезные процессы, связанные с воспитанием настоящего гражданина. Если вы там не побывали, вы там не настояли, вы там не организовали показательные какие-то мероприятия, вы там не постречались с ребятами и с родителями, ну тогда зачем вы здесь нужны на этой должностях? Губернатор Сергей Морозов на исправление ситуации дал слугам народа 2 недели, иначе пообещал дисциплинарно наказать ответственных лиц вплоть до увольнения с занимаемых должностей. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.